Доброе утро, друзья! Волшебное всем настроение! Я аплодирую всем, кто сегодня проснулся, кто улыбнулся и кто проводит это замечательное утро вместе с нами! Да! Зовите своих детишек, зовите бабушек, дедушек, всех-всех своих друзей, и мы будем начинать и заряжаться нашей смех-энергией! Да! И у вас есть минуточка, чтобы всех пригласить. Звоним, звоним, звоним. И нас ждет волшебство. Да. И я вас поздравляю с тем, что сегодня приветствует вас не один смехоежик, не один смехопузик, а целых два. Вам повезло, нас сегодня двое, и мы будем вести это прекрасное утро, проведем вместе с вами. Итак, дорогие мои, начинаем наш прекрасный утренний заряд. И, дорогие друзья, чтобы нам попасть в волшебство, нам нужно будет посмеяться. И для этого у нас колокольчик, волшебный колокольчик. И мы его включаем. И громко-громко приветствуем друг друга это утро. Да! Потянулись, потянулись, потянулись. Тянемся, тянемся, тянемся. Достаем этот колокольчик. На носочках хорошо вытянулись, вытянули спинку. И... И смеемся на боку. Я подозреваю любовь, потому что окошко не открывает. Мадина, а энергия лучше всего заходит в открытое окошко. Да! И сейчас, и что же будет сейчас? А сейчас мы с вами будем пить коктейль молодости, счастья и радости. Да! Молодость, счастье и радость. Смотрите, какой огромный. И сейчас открываем рот и пьем, и наполняемся гордостью. На друг друга.
Так, света, к счастью, к радости, кто там застрял в болоте, ну-ка себя. Ресурсное состояние, мы в росте, мы в потоке. И мы с вами собираемся в путешествие, да. И мы садимся на повозку и под музыку. Да, бременские музыканты отправляемся в путь. И обязательно с собой берем наши смехофрукты, смехояблоко. Да, кладем. Включается музыка, бременские музыканты все ее знают, да. Смехоперсик, да, смехояблоки, смехосливы. И вот это вот все кладем, кладем в нашу. Они такие непослушные, раскатываются, убегают. И даже каким-то образом смеха шишка сюда попала. И мы встречаемся с вами и все вместе садимся в повозку. Ничего на свете лучше нет, чем бродить. Слышно? Чем бродить по белу свету. Начали, но почему-то они куда-то потерялись. А, потерялись, да? Ну, тогда мы сами, да, получается? Друзья, выключите микрофон, кто там разговаривает, вы всех перебиваете. И сейчас, друзья, мы увидели огонек, и мы подъезжаем на этот огонек. И думаем, кто же там? Огонек превращается все больше и больше огонь. И превращается в большой-большой костер. И что же здесь происходит? А-а-а! Вот это да! Говорят, мы пяки-пуки, как вносит от земля. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. Завтра дальняя дорога, мы подаем королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю. Здесь его отряд. Как правду
Не слышно музыки, звук сделайте. А это оказались разбойники, да, мы-то думали, что это цыгане, путешествующие, кочевые, а это разбойники. И чтоб они не были злыми, мы их угощаем нашими смехопруктами. Это молодильная. И наши разбойники стали добрыми, веселыми. И мы их пригласили делать с нами следующее волшебное упражнение, которое, конечно же, все знают. И сейчас мы наших разбойников поучим пальчиковой гимнастики, потому что нейрогимнастика, она развивает наш мозг. И для этого мы их научим нашей песенке. И большинство из вас ее помнят. Давайте медленно вначале. Соку-соку, бачи-бачи. Соку-соку, вира-вира. По разу. Соку-бачи. Соку-вира, соку-бачи-вира. И кто первый раз? Приготовили кулачки. Вначале по два раза. Два раза кулачки, потом ладошки, кулачки, плечи. По два раза. А потом все делаем по одному разу. И приготовились. Соку, соку, бачи, бачи. Соку, соку, вира, вира. Соку, бачи. Соку, вира. Соку, бачи, вира. А теперь немножечко убыстряю. И приготовились. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, по разу. Бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Еще быстрее. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Получилось. И делаем лисичку зайчика. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. И хлопок добавляем и смеемся. И кто может быстрее? А во дворе трава, а на траве дрова. И соединяем это все вместе. Говорим, во дворе трава, на траве дрова. Во дворе трава, на траве дрова. Во дворе трава, на траве дрова. И соединяем. Во дворе трава, на траве дрова. Во дворе трава, на траве дрова. И быстро, быстро, быстро. Во дворе трава, на траве трава. 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 И с цыганями познакомились. Да, разбойники стали тоже добрыми. И поехали дальше. А музыки не слышно. И мы подъезжаем к какой-то непонятной
какой-то непонятный магазин. И что же здесь происходит? Мы только сюда заходим, а на нас падают шляпы. И мы посмотрим, что же под этой шляпой. А под этой шляпой такая эмоция. Царевна Несмеяна. Макса-макса. Рёва-корова. Снимаем эту шляпу и выкидываем и вместо нее. И тут я снимаю шляпу, которая упала на меня. Смотрю, а тут улыбка. Улыбка радуги, улыбка счастья, улыбка красоты, молодости. И эта шляпа вместе со мной и вместе с вами начинает смеяться и прыгает у меня на голове. И тут опять падает эта черная шляпа. И мы поднимаем ее, что же нас ждет на этот раз. Она ждет эмоция гнева, злости. Снимаем эту шляпу и расстаемся со смехом навсегда. И больше никогда не злимся, не гневаемся. И дружно смеемся вместе. И на чем же? Ой, а тут мы вышли, открыли дверь, а там наши лошади убежали. О, на чем же мы, на чем мы будем продолжать свое путешествие? О, ой, а в шляпном магазине, оказывается, есть еще и воздушный шарик. И мы, друзья, все к нам залазите в этот огромный воздушный шар, вы все поместитесь, деток и внучков берите. Все, давайте уплотняемся, кого не мы утрамбуем отсюда. Помешаем, погрузим. Болтаем побольше радости сюда, да, и пойдем. Мы где-то приземлились, и перед нами большая такая дверь мощная. Давайте посмотрим замочную скважину. Что там подсматривать любите? Давайте-ка посмотрим, сколько у вас закрытых камер. За этой камерой что-то явно есть. Ну-ка, давайте похихикаем, чтобы посмеяться над теми, кто там не включается. Посмеемся и... Давайте так. А, не получается. Так не будет дверь открываться. А нам хочется узнать, что там за этой дверью. Поэтому мы берем большой ключик, будем вставлять его и будем смеяться. Может быть, мы смехом откроем эту дверь? Вставили ключик, поворачиваем. И давайте смеяться и... Давайте включим микрофон и будем смеяться вместе. И падает
Много радости, счастья. Выдох. Еще раз. Вдох на носочки стали, задержали дыхание. Задержали дыхание. И ослику вот так показали на выдохе. Вот так получается. Звука добавляем. Вдох и... Перед нами открывается новая дверь. И что же здесь? А здесь занимаются сумо. Кто знает, что такое сумо? А сумо — это такая борьба.
кто кого перетолкнет, мы превращаемся в таких вот сильных, мощных, пузатых. И начинаем вместе парами становимся и начинаем друг друга Спасибо вам, спасибо. Вдохнули, почувствовали аромат, прониклись всем этим ароматом, пропитались и поехали, выдыхаем. Молодцы, девочки, молодцы. Вдохнем. Этот аромат, поболтаю себя по всему организму, распространили. Какие молодцы. Ну давайте споем наши песенки, буковки наши чудесные, волшебные. Давайте будем петь и смеяться. Давайте вспомним, как мы правильно поем. Мы глубоко вдыхаем, животиком держим, животиком дышим, и потом выдыхаем, с наслаждением поем наши буковки и смеемся в конце. Давайте так. А буковки мы сейчас будем петь, кто какие хочет. Главное, на выдохе. И кто больше букв пропоет на одном выдохе, тот победил. То есть мы начинаем.
И ай, ой, у, и, э, а, опять можно повторять ой, какие-то буквы, да? И самое главное, чтобы все это было на одном выдохе. И поехали в каждую твою букву. И, а, очень красиво, это просто был музыкальный оркестр. Да вообще, разные буквы. И сейчас еще меняем регистры, низкие, высокие, да, просто на разные звуки. А еще поем тоненько и высоко, и меняем звуки. Вдох, низ живота. Включим одну и нам еще поможет посмеяться Стас Море вместе с нами со всеми. Да, 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 да. Привет. Так, удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье – наша судьба. Да, Кристиночка, классный. Настроение. И сейчас мы восстанавливаем дыхание. Ну и если успеем, кто-то из вас может что-то сказать, что-то пожелать всем, дать обратную связь. А все пока делают вдох, и кто-то говорит вдох. Она у нас такая экспромтная получилась. Главное, что мы хотели... чтобы вы удивились, да, чтобы вы не поняли вообще, кто сегодня тренер. У нас сегодня двойная смехоэнергия. Три в одном. Отличное настроение. А у нас тут группа. Сейчас занимаюсь. Ну, скажите, теперь вы можете обратную связь. Я работаю. Благодарю, Лариса. Благодарю. Очень классно. Спасибо, да, спасибо. Светочка, я тебе скажу, что Светлана, есть. Светлана, скажите что-нибудь. Я знаю, что у Светланы классные такие результаты в здоровье. Да, результаты классные. Результаты потрясающие. Я работаю, я думаю, то, о чем я сейчас думаю, меня ведет к моей цели. Ура, ура, ура! Благодарим, благодарность, благодарность, девочки, благодарность, благодарность вам, большое благодарность, большая, огромная благодарность.
огромное. А мы вот благодарим вас, все, кто с нами, все, кто приходят, все, кто приглашают, потому что наша задача, чтобы как можно больше стало в мире счастливых людей, сердца которых наполнены любовью. И сейчас каждое ваше окошко мы с Ириной направляем вот это сердечко. А ваша задача в течение дня поделиться как можно с большим количеством людей и заразить их гормонами радости, счастья, смеха, успеха. И отличного настроения. Да! До следующих встреч, мои дорогие. Всем пока!